29-летняя телеведущая порадовала поклонников нежным снимком с годовалым Майклом. Регина Тодоренко позировала на фоне красивого морского пейзажа. Звездная мама с появлением долгожданного первенца не стала менять свои привычки. Она также много работает и активно путешествует. При этом Михаил, которого родители называют на западный манер Майклом, сопровождает маму. Тодоренко опубликовала красивое фото с Мальдив. Россиянка держала на руках наследника. Регина была одета в бикини, поверх которого накинула светлую рубашку. Мама и сын позировали на фоне голубого неба, спокойного океана, зеленых пальм и белоснежного песка. «Сын, я так люблю в тебе отца», — лаконично отметила звезда. Певца Влада Топалова умилило фото супруги и сына, он оставил множество комментариев, представляющих из себя десятки сердечек. «Нравишься», — заверил бывший солист группы Smash, свою красавицу-жену. Поклонники Тодоренко тоже оценили живописный снимок. Они сделали множество комплиментов молодой маме, которая быстро пришла в форму после родов. Как будто не снимок вовсе, а картина, какое милое фото, как красиво сказано. «Люблю в тебе отца, Регина, вы в прекрасной форме и вам очень идет материнство, потрясающая фигура, какая попа красивая, вы уж извините, ножки, огонь», написали фолловеры бывшей ведущей «Орла и Решки». Тодоренко и Топалов объявили о своей помолвке в 2018 году. В октябре этого же года они расписались. Регина к тому времени уже была на приличном сроке. 5 декабря у супругов родился сын Михаил. Из-за работы и забот о младенце Регина и Влад отложили пышные празднества. Они сыграли роскошную свадьбу в Италии в июле прошлого года. Событие состоялось в Соренто. Ранее теледива доказала, что находится в прекрасной форме, сделав сложную стойку на голове. Ее вид в купальнике смутил некоторых поклонников. Регина рассказала, почему она уехала на курорт без мужа.